Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня я поделюсь с вами рецептом творожной запеканки с яблоками. Готовится она очень легко и быстро, а получается очень-очень вкусной. Так что начинаю готовить. Канал ВО с Юлией Ковальчук. Вы можете сразу блендером взбить творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Я же венчиком сначала собью яйца, сахар и ванильный сахар до растворения сахара. Добавляю творог, яичную смесь и хорошо все вместе растираю. Затем добавляю творожную массу манку, перемешиваю все и даю настояться в течение 20 минут, чтобы манка набухла. Яблоки очищаю от кожуры и семян и нарезаю на небольшие кубики. Добавляю в тесто яблоки и все перемешиваю. Если вы любите, чтобы творожная запеканка была высокой, то возьмите форму диаметром поменьше. Я же взяла силиконовую форму диаметром 22 см, и запеканка у меня будет невысокой. Хорошо смазываю форму растительным маслом. Выкладываю тесто в форму и хорошо его распределяю. Отправляю форму с тестом разогретую до 180 градусов в духовку на 30-35 минут. Это уже зависит от вашей духовки. Готовность запеканки проверяю деревянной шпажкой. Остывшую в форме творожную запеканку я перекладываю на блюдо. Осталось попробовать творожную запеканку с яблоками. Запеканка с творожком и яблочками очень сладкая, нежная, просто тает во рту, так что смело можете готовить. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всего вам хорошего и доброго. До новых встреч!